место я видел, гаишники стояли, легковая стояла, и правый бок легковой до середины. Зачем ты выдергиваешь нос? Моя зарядка. У меня болит голова. Очень. Я при том и тошнит еще. До такой степени болит. Спустилась, дождалась кофе. Взяли, налили эспрессо. Мне, кажется, стало чуть полегче, но не настолько. Сейчас ощутить. Зайка, аккуратнее еще за одним кофе. Им столько на детской площадке. Тут, конечно, вдоволь поиграться. Разные такие активити. Чем вы мне попросили спички? Два капучино на миндальном молоке через капучинатор. Круассанчик хочешь? Не хочешь круассанчик? Нет, не хочешь? Чему сладкий котенок? Что хочется сказать, в Москве цены такие же, как в Германии. По крайней мере, на кофе и булочки. Я сейчас отдала 11 франков за два капучино, две пироженки и кленовый пекан. Киса там. А малинку будешь? Малинку будешь? Нет. Есть малинка? Черешенку это. Черника. Черничку. Да, голубика она, наверное, да? Да, голубичку. На, я ж тебе даю, ты что? На, держи. Держи, Луис.
взлете заснул. Ой, да, на взлете, представляешь, он все четыре перелета засыпал под конец. Вчера, по-моему, даже не засыпал. Да, вчера не засыпал вообще. А сегодня на взлете прям сразу отрубился. Я такая счастливая была, потому что мне не надо было его развлекать. Включился фильм, лежала, сидела, смотрела. Потом там девушка. А у нас еще четыре сиденья рядом свободное было. То есть, ну, мы посерединке на четверке сидели. И мы одни сидели на этой четверке. А перед нами тоже женщина с ребенком сидела. Мы в аэропорту еще шарахались вместе. А тоже на четвертке, она беременная с ребенком была. И мы это. Ну, она такая говорит, может помочь, переложить. Я полтора часа летела, думаю, блин, сейчас начну перекладывать, проснется. Даже не полтора, а два часа, наверное, летела. А потом мне все-таки захотелось в туалет, я переложила вниз. Будешь еще банан? Папа там застрял с твоей машиной. Такое грустное лицо. Давай там вот спустим, там нормально свалит. Ну и пошли. Воскресное утро. Вышли погулять. Ну, что-то там застрял. А что ты за руль-то не держишься, Луис? А хотя ладно, знаешь, все рули так проще будет. На чем сбивать? Луис первый раз на открытой местности. Обкатка Мерседеса. Ты уже все съел? Сосиску будешь? Сейчас. Да, горячая. Горячая. Сейчас мы сделаем. Папа не вытер. Мама вляпалась. Кушай пока сыр. Сейчас тебя отрежу. Сосисона. Мы дома. Наконец-то. Сосиски. Гриленные. Вкусные, вкусные. Кушай пока сырок, ладно? Сейчас я тебя отрежу. Настынет сосиска. Оп. Да, правильно надо. Она горячая еще. Дуть надо еще пока что. Соскучился по этим сосискам уже, да? Мальчик. А ты Луису вилку тоже принеси, пожалуйста. Да, скажи, вилку мне принеси. Я что должен? Чем есть? Сырок Луиса. Вкусно? Ну ты съешь сыр-то? Давай, съешь вот это. Най? Ну, смотри. Вилкой только ешь? Вилочка. Вот моя вилочка. Горячая же, наверное, нет? Горячая? Все нормально? Да. Луиса, аппетит хороший. Он сейчас все съест. Всю мою сосиску съест. Давай сейчас тебе мяско еще отрежу. Оп. 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 Уже придется сосиску делать? Ну, вот я не ела еще сосиску. А, ну ешь. Смотри.
меня еще не было сосисок. А водичку ему тоже принести. Да. Ну сейчас я тебе принесу. Может, сок ему? Да, сок. Кушай, кушай, кушай. А все, я тут уже открываю. Чуть-чуть только. Много не наливай. Где-то там сантиметра два. В общем, я сегодня убита. Хотела мальчишек отправить погулять вдвоем, потом что-то стало так обидно за них. Что я вдвоем отправляю, сама завалиться спать. В итоге иду с ними. Хотя состояние просто нестояние. Не понимаю, почему, но как-то мне прям тяжко, выспалась, устала. Мальчики вышли уже. Чемодан спущу в подвал. И пойду их догонять. Соседка съехала у нас окончательно. Так что, кто хочет с нашим быть соседом, милости просим. Устала я. Вроде не скажу, что тяжело было с Луисом. Просто последние два дня были нервозные очень. Из-за того, что я боялась. Застрять в Москве. Потому что если был бы положительный тест, это не в Татарстан не вернуться, ни дальше не проехать. Мне пришлось жить на квартире у Леры. И Леру бы тоже закрыли на карантин. Вот это была самая нервозная история, наверное. Блин, не доехала один этаж. Вот, это была самая нервозная ситуация. Плюс вот эти вот пограничные все истории, каждый раз нервничаешь, вдруг где-то придерутся. Особенно, когда едешь не одна, а с ребенком. Пока нас не было, тут сделали новый асфальт. 4 года мы походили по Рытвинам. Хотя, мне кажется, в той стороне все-таки они не закатали, только перекресток, что ли. Сейчас посмотрим. Да, вот здесь вот вроде сделали. Это все твое, да? Ровно, да. Рытвин таких жестких прям. Здесь особо рытвин-то и не было. Здесь-то. Ну, может, еще сделаю. Но здесь вообще убитая дорога. Сворачивайся. А то человек не даст спокойно идти. Смотрите. Это деньги не хотели. Убитые дороги в Швейцарии. Вы грешите на дороге в России. И он тоже. Все так гладко. Так хотелось бы. Это рядом с Гольф-полем, куда приезжают в основном обеспеченные люди. Да, это тоже будет. Да, если аккуратно. Лысый. Да, поэтому можно еще. Mm-hmm.
папа какую красоту испек. Пиццу.